Везде дорога перекрыта. Мы как-то прорываемся очень странно. Но такое ощущение, что колонна поедет не по главной дороге фестиваля, а именно вот по этому месту. Потому что люди высаживаются на лавочках, тут некоторые готовые махать колонне. Но сейчас проедем до памятника, похожего на Виктора Цоя. Вот видите, люди в ожидании колонны. Мы им тоже машем, они нам в ответ. Света, помаши людям. Нет. Все. Мы приехали. Света.